Знакомый сказал мне, что есть такой культ. И для них нет ничего невозможного. Сначала они подают все это как нечто вполне логичное. Ты принимаешь схему мышления, которая тебе не свойственна. Она пристает к тебе намертво, как клей. Ты поддаешься контролю, внушению. Не замечаешь, что с тобой происходит. Находишь себе оправдание. Тут нет логического объяснения иного, чем вера. Наваждение. Самая охраняемая тайна будет раскрыта. В кинотеатрах с 24 сентября. Мистер Хаббард, вам не приходило в голову, что вы безумны? О, да. В нашем мире один только безумец не считает, что он безумен.